От имени Российского государства разрешите мне вас приветствовать и поздравить с замечательным семейным праздником. Александр и Валерия. На основании поданного вами заявления агентство ЗАГС Красноярского края поручило мне зарегистрировать ваш семейный союз. Совсем скоро вы станете супругами. И с этой минуты изменится не только ваша жизнь, изменится ваш статус. Вы перестанете быть он, она и они. Теперь вы одно целое, теперь вы семья. Семейная жизнь – это сложная наука. И только взаимная любовь и понимание, доброта и забота помогут вам познать гармонию семейной жизни и обрести настоящее счастье. Сейчас, молодожены, вы своими подписями скрепите актовую запись о заключении семейного союза. Но прежде я должна спросить вас, является ли ваше решение стать супругами искренне, взаимно и свободно? Прошу ответить вас невеста, вас жене. С вашего обоюдного согласия, в присутствии родителей, ваш семейный союз регистрируется. Прошу на подачу присесть к столу. Я объявляю вас, Александр, мужем, вас, Валерия, я поздравляю вас с законным браком. Поздравьте друг друга, поцелуйтесь. Под аплодисменты ваших глазах. Сейчас родители прошу приходиться, а вас приглашаю в центр зала. Прошу жениха и невесту подойти ко мне, а затем...
будет, а вы сами лучше. Конечно, я присоединяюсь к поздравлению ваших родных. И еще раз желаю вам большого сильного счастья. Пускай дом ваш полный чаши. Пусть в вашем сердце всегда будет мечта. И пусть будет возможность осуществить свою мечту.